То есть, как вы защищаетесь? Вы делаете захват рука шея. То есть он идет, вы встречаете, забираете руку шею. Да? Сейчас два варианта отсюда. Смотрите, если у вас, как у меня сейчас, да, рука. То есть левая глубже, правая, ну, не глубже, да? Вы переходите на гильотину. То есть сразу же под него запрыгиваете, загружаете вот эту сторону. Видите, я сейчас руку просунул и вытягиваю ее здесь. То есть я не тяну ее в сторону туда, я ее к себе подтягиваю. И ногами его загружаю. Делаю гильотину, да? Вот. Если он прошел, и вы, допустим, ну, защитились, да? И у вас сарай на вторую руку под него справляете, да? То вы можете отсюда, как бы, ну, нет, даже не вторая рука, а вот эта рука у вас здесь. Глубже просто вторая рука зашла, вы закрываете треугольник руками. И сейчас можете нырнуть как бы вот на это плечо, то есть покатиться. Раз. И здесь вы либо на него сверху выходите, если он лег на спину, да? Додушиваете. Либо просто догоняете ногами, сцепляете ноги его. Если он на боку лежит, его задача не дать себя скрутить. Ну, вам зацепиться за него ногами и сесть сверху. Соответственно, он должен, по идее, на боку убегать от вас. Вы должны зацепить его ноги так, чтобы вы его скрутили полукругом таким, да? Еще раз. Ой. Да, еще раз, Саня. Раз, да? Либо взяли захват и пошли на гильотину. Видите, да? Я сейчас на левый бок как бы накатываюсь. Захожу типа в хабгард, то есть цепляю ногу, вторую ногу сверху загружаю на него, на таз. Меня больше таз интересует, чтобы он пупку не поднимал, да? Соответственно, вот этой ногой я тоже мешаю ему встать на ноги. Да, и второй ногой гружу его сверху. Сам я на боку лежу практически, да? И вот этим плечом вниз его гружу. Вот. Либо еще глубже руку вот так просовывают, закрываю треугольник. То есть захват на руках шеи. И ныряю сюда. То есть, видите, у меня здесь руки нет, и я сюда спокойненько ныряю. Сами может остаться на боку. Я так должен либо догнать его, либо развернуть его и вверх. Вот. Это же можно делать с нашего, то, что мы делали в прошлый раз, в прошлую пятницу. То есть нырок, сбиваем его на четвереньки, черепаху. Да? Вот сейчас он находится здесь. Чтобы сделать гильотину, видите, у меня вот эта рука под мышкой, а вот это как бы сверху. Мне надо уйти вот этой рукой вот сюда. И, ну, вернуться. Мне его нырнуть. Вот. Поняли, да? Ну и, соответственно, вы можете забежать сами, встаньте четвереньки. Если вы, допустим, сюда забегаете и просовываете руку, вы можете так потом уйти. Поняли, да? Сейчас у вас должна рука на шее лежать как можно глубже. Раз. Забрались, да? Все, работаем. Так.